Здравствуйте, Михаил. Мы Привет. Приготовили для вас блиц-опрос. Вы готовы? Нет. Поехали. Поехали. Что для вас самое классное в съемках в сериалах или фильмах? Обед. А что бесит больше всего? Ждать. Как вас называли в детстве? Мишаня. А вот и Мишанечка. У меня не было прозвища. Ко мне не прилипают клички. Что выберете, забраться на вершину горы или прыгнуть с парашютом? О, Господи. Забраться на вершину горы. Конечно. Съесть улитку или 10 бургеров? Улитку. А какое вообще блюдо ваше любимое? Лагман. Самое любимое место на всем свете? О, дом. Наверное, дом. Сыграть в фильме «Хоббита» или «Злодея в страшной маске»? Злодея интереснее, конечно. Каким гаджетом вы пользуетесь чаще всего? Телефоном. У вас есть слово «паразит»? Слово, которое вы используете слишком часто? Наверное. Короче. Наверное, вот это слово. Короче. Спасибо, Михаил. Пожалуйста.